Поликлиника ООО «Беларусь-Калий» обслуживает почти 25 тысяч человек. За смену здесь проходит около 1000 пациентов, что в два раза превышает предусмотренную норму. Кроме основных услуг, поликлиника также оказывает доврачебную медицинскую помощь на промышленных площадках. Это 19 стройпунктов на производстве. Одной из приоритетных задач поликлиники является проведение качественных предварительных и периодических медосмотров, потому что на нашем предприятии ООО «Беларусь-Калий» большая часть людей трудится во вредных, опасных условиях труда. Поэтому мы и наниматель, и мы должны следить за состоянием их здоровья. С этой целью в 2017 году было открыто отдельное структурное подразделение. Это отделение профилактики поликлиники ООО «Беларусь-Калий», на которое возложены функции проведения всех медицинских осмотров работников предприятий, которые обслуживаются у нас в поликлинике. Туда набран штат работников, туда закуплено современное диагностическое оборудование, вот, что, в общем-то, созданы все условия для качественной работы в этом направлении. Медкомиссию проходить стало проще. Все специалисты находятся на одном этаже, и можно пройти ее в течение одного дня. Также на месте можно сдать необходимые анализы. Лабораторный анализатор нового поколения помогает с небольшими временными затратами получить качественный и точный результат. Аппарат является автоматизированным и требует минимального участия специалиста. Также в отделении открыли женский и мужской смотровой кабинет. И для врачей удобно, и для пациентов. Также перед посещением лор-врача пациенты проходят аудиометр, который помогает определить чувствительность слуховых косточек. В самом лор-кабинете также установлен так называемый лор-комбайн, который позволяет диагностировать наличие заболеваний и даже сделать небольшие операции. Но самая большая гордость поликлиники, которая нашла оценку у пациентов, это современный флюорографический аппарат. В поликлинике закуплено новое оборудование для осмотра органа зрения. Буквально в течение 10 минут каждый пациент может пройти полное обследование. И при необходимости врач подберет ему нужную коррекцию. Крайне сложно в экстренной ситуации запланировать поход к терапевту, травматологу и хирургу. Здесь эти специалисты принимают без талонов. Упрощает работу также создание систем электронных амбулаторных карт и электронных рецептов. У себя на компьютере врач может посмотреть, с какими жалобами человек обращался, какие анализы сдавал, а также на специальную пластиковую карту с уникальным номером выписывает лекарства. В аптеке сканируют штрих-код и отпускают нужный препарат. Каждый год мы стараемся что-то новое внедрять и приносить в работу нашей поликлиники. Вот в прошлом году, да, это отделение медосмотров, это обновление диагностического современного оборудования. В этом году мы планируем внедрить эндовенозную лазерную коагуляцию. То есть, иными словами, это лазерное удаление вен нижних конечностей. Одно из тех сосудистых заболеваний, которым часто страдают работники наших предприятий ввиду, в общем-то, вредных и опасных условий труда. ООО «Беларусь-Калий» приняло решение закупить нам такое оборудование в этом году. Врач-хирург наш ездит на курсы флебологов, обучается этому. В этом году мы это освоим. Один из основных показателей оценки работы организации здравоохранения – это смертность в трудоспособном возрасте. По итогам 2017 года этот показатель минимальный. Сегодня специалисты поликлиники проводят огромную работу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. А согласиться с врачом или нет, зависит от пациента. Только самоконтроль и ведение здорового образа жизни продлевает жизнь.